сегодня мы повинны этот день присвятить политвязням, каб яны отчували то, что мы про их помним. Алексей Федоркевич, Павел Самакович, Мария Колесникова, Александр Бабич, Виктор Фенчук, Андрей Шаханко, Владимир Агиевич, Миколай Малута, Микита Литвиненко, Дарья Афанасьева, Юрий Терешкевич, Александр Мишук, Андрей Шульгат, Сергей Рызанович, Любов Рызанович, Павел Рызанович, Мария Успенская, Ирина Славникова, Алена Малиновская, Владимир Матвейчик, Евген Нарейко, Андрей Шкляр, Юрий Самсонов, Ирина Клявец, Дмитрий Шувалов, Владислав Плюшев, Сергей Рабцов, Евген Карпов, Татьяна Некрашевич, Мария Некрашевич, Николай Куляшов, Андрей Логин, Дмитрий Зеляняк. Треба сегодня всему свету нагадать, что у нас в Беларуси людей катуют и забивают у тюрьмах только за то, что яны не сгодные с уладами.